купил креветки. Первый раз будем пробовать водный мир. Пивнично-атлантичне варено мороженое. То есть уже варені. Вот так они выглядят. Сейчас посмотрю в интернете, как их правильно разморозить. Или ждать, пока сами разморозятся. Или в кипяток их. Просто кипятком пакет залить. Сейчас посмотрим. Там шоколад. Ты хочешь, чтобы я опять себе пальцы отрезала? Я могу. Ого, сколько лёду. Там за эту воду больше доплачешь. А пахнут ли креветочки вкусно? Капец, для меня одной только порция. Попробуем. Ты прям будешь в той соус мокать? Конфетки вкусные. Новые в АТБ появились. Типа эктофита. Разноцветные. Яблоко, апельсин. Хорошо. Клубничный еще есть. Может, воду злый? Злые наши вона. Не нюхай. Тебе никто не заставляет есть. Коровек. Марьян, ты сегодня расчесывалась? Да, точно? Покажи, как я стукаю. Так, решила, как говорится, на ночь постирать. Завила уже там полотенечки, как сказать на русском, не могу слово подобрать, серветка под тарелки для садика, нам дают домой стирать каждые выходные, там кофточки, футболочки малой, все цветное, вот, покупаю вот такой порошок жидкий, здесь 4 литра, так, средства для стирки разных типов тканей. Оригами. Называется гелевый такой порошок. Уже вторую такую упаковочку покупаю. Мне нравится, как отстирывает. Так, запускаем. У нас машинка LG уже 6 лет. 6,5 лет этой машинке. Так, запускаем, выбираем режим, хлопок быстро, температура автоматом выставляется 40 градусов и обороты 1000. И все, можно еще выставить интенсивный, но это дополнительно еще, по-моему, минут 15-20 и все. Стирочка. Оно пока измеряет вес. Машинка на 6 килограмм. Угу. Сидят, играют в палатке, да? Ку-ку! Сейчас мы вылезем же! Ку-ку! Злата тут все одеяло заползала. Златуня, ку-ку. Златуля, привет. До мамы полезла. До мамы не лезла. Кукусик. Кофточку поправьте. Опа. До мамы лезла. Эту палатку мы подарили в прошлом году на день рождения. А, не в прошлом году. В 2017 году. Да, и расклала. Из садика пришла, и палатка уже в комнате стояла. Ладушки, ладушки. Марьянка. Ну, я куклой гуляешь.
Мар'я. Підеш, як одужаєш. Я зроблю, як сказав. Робитимеш, що я кажу. Волоси скали? Зараз куплю. Мою ванну. Дочка будет купаться. Ну, как душевую кабинку, пардон. Для этого использую такой крем универсальный. Сив. Так. Беру мочалочку и растираю. Сделала пену с детского мыла. Марьянка! Быстрей! Ну что, довольна? Да! Можно сюда сесть на сидушку? Седай. Мокро! Ну все, погружайся. Пока Марьянка купается, сделаю черный чай. Сейчас сюда долью кипятка. Свежая заварочка здесь. Обычно, если первый раз заканчивается, то второй раз заливаю, еще на второй раз запаривается. И себе обычно черный чай, мужу еще чай черный заказал прям с молоком. Подогреваю, потому что водичка кипяченая. Сильно заварился, конечно. Но мне пойдет. Крепкий я не пью. А мужу буду другой заваривать, черный. Так, вот такой Ахмад Эрл Грей. Чтобы пакетик не убежал, завернем за ручку. Так. Запаривается. А это я сейчас помою. И последний, наверное, оставшуюся заварку засыплю. Свеженькую сделаю заварку. Так, последние остатки чая черного с бергамотом. Вот такого. Делюкс Шри-Ланка.
новый чайник. Нужно набрать. Не хватило. Так, чаю еще не определила, что буду. Есть вот тот рулетик с маком с вишней. Есть вот такие вафельки. Мама взяла в ТБ по акции. Рок-н-ролльчик, крем-брюле и шоколадный. Вот, и есть такие печеньки, топленое молоко обычное. Сейчас подумаю, что буду. Вот такой влог сегодня получился. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если понравились такого формата влоги. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новый влог. Всем пока-пока!